Госавтоинспекция Саратовской области обращает внимание автомобилистов на сложные дорожные условия, связанные с обильным выпадением осадков. Мы настоятельно рекомендуем тщательно взвесить необходимость поездок на автомобиле сегодня и в понедельник. Особенно опасными могут быть дальние выезды за пределы населенных пунктов, тем более в вечернее и ночное время суток. При снегопадах и метелях может существенно осложниться обстановка на автодорогах. Существует большой риск попасть в неприятную дорожную ситуацию. Кроме того, сильная загруженность автомагистралей города создает помехи работе снегоуборочной техники, что приводит к дорожным заторам. Поэтому мы еще раз напоминаем всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения особых мер безопасности на дорогах при сложных погодных условиях.